Ну вот время 10 часов, примерно около 10 вечера. Сегодня решил пораньше лечь, обычно позже ложусь. Вот, уже глаза закрываются, за день набегался, там различные работы делал. Да много сегодня ходил по это, на второй, первый мостик, там на другие пруды. С Шариком мы вместе гуляли там, потом видеоролики выставятся. Вот, и устал. Сегодня еще этот рукомойник поднимал с земли. Ох, и намучился с ним. Начал на видеокамеру снимать, а камера разрядилась. Вот, ну и хорошо, что разрядилась. Иначе бы столько маяты бы там записалось. Проще, конечно, было кого-то позвать из деревенских, да подняли бы спокойно несколько человек. Вот решил один поднимать. Также я в одном из роликов повторял, ой, это начитывал, вернее, Псалом 148, вот, когда говорил о снеге, да, что снег тоже прославляет Господа. Вот, и вот сейчас вот этот псалом решил заучить. В течение дня брал. Вот у меня карточка. Картоночка, вернее. Вот. Ну, так, только один раз посмотрел в течение дня и все, а потом забегался и забыл. Хвалите Господа с небес, хвалите его вышних. У меня тут котик, он появился. Белый, белый, белый. Белый, 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 белый. Я его сколько раз прогонял, он со мной ко мне лезет. Котя. Котя, котя, котя. Белый, белый, белый. Вот он какой, котя, котя, котя. Сегодня наконец-то его в сенке выпустил. И то пришлось пинка дать, чтобы выбежал быстрее. Вот, и он хоть погулял немножко, а то боялся вообще из дома выйти. Да, белый, белый, белый. О, лезет и лезет. Вот сколько раз говорил ему, не лезь ко мне. Потому что если бы он раз бы лег бы спокойно, да и, как говорится, не было бы никаких сложностей. А то он начинает мешаться, одним словом. Не заснешь с ним. Белый, белый, белый. О. Все, полез. Куда лезет, сам не знает. И вот так почти каждый вечер. Особенная любовь. Да, белый. Котя, котя, котя. Такой ласковый, ласковый. Порой даже немножко раздражает он своей этой ласковостью, чересчур. Ну, лег бы, да, лежал бы, нет. Нет, ходит туда-сюда, туда-сюда. Не поймешь его. Белый, ну успокойся ты. Вот. Ляжь и лежи. Нет, бегать туда-сюда. Я решил заучить, а ты... О. Дай-ка мне это... Мое место... Где ты? Куда я карточку-то потерял-то свою? Дай сюда. О. Ты со мной неграмотно, ничего не понимаешь. Ну что, у него одно на уме. Если бы дал бы ему что-нибудь поесть бы. Какой-то рыбки. Все, ляжь и лежи. Хватит шастать тут. Все, лежи давай. Все, ложись. Ложись, белый. Не, не тут-то было. Ну правильно, он за день-то выспится. А что ему еще потом делать? Вот какой-то, не знаю. Ляжь и лежи. Вот. Ляжь. Вот, все. Ложись. Ложись. Прижми свое. Вот так вот, все. Успокойся. Давай, спи. Все, будь умницей.
Это у меня, я как-то на Урале еще жил, там у меня две кошки, вот их дачу охранял. Вот. Я сам в селе жил, а они из Екатеринбурга городские. И вот приезжали там один раз в 2 месяца в баньке помыться. И на меня оставляли дачу свою, чтобы не грабили ее. Вот у меня там двое котят были белые. Вот они постоянно спали возле головы. Один с другой, другой с другой стороны. Вроде пока котята добыли ничего, а потом, когда выросли, так потом начали душить уже. Пришлось отучать их уже. Этого тоже приучил. Ну я как, я к кровати-то не приучал, это он уже сам тут начал лезть. Также сижу за компьютером, он тоже ко мне лезет. Вон компьютер, там у меня загрузка идет сейчас, ролика одного. Вот что с ним делать? Надоест его раз на второй палате, я-то сейчас на третьем этаже лежу. А что, зачем на первой? На третьем хорошо, тепло. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не приедет. И чё? Ай, Котя, Котя, Котя. Ну, еще будешь бодаться. Камеру мне еще сломай. Белый, все, успокойся. Все. Хватит шастать тут. Лежи давай. Все. Не знаю даже. Книга Иова 37.6. Ибо снегу, он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. На душе удовлетворение. Что, сегодня погода хорошая была, солнышко, ветер, правда, был сильный. Что мог, то сделал. Березку сходил, собирал. Вот. Это интересно. Улегся наконец-то. Вот он. Лежит у меня на груди. Ладно, не буду его смущать. Меня уже сон прошел из этого кота. Хотел немножко повторять, да заснуть сразу тут же. Не тут-то было. Ну все, спокойной ночи всем. Дай-то Бог, дай-то Бог, чтобы завтра утром встать, да в завтрашнем дне Господа прославить. Хотя бы устами своими. Ну и делами, конечно. Ну так, в основном-то никому ничего не помогаешь. То, что каждый своим делом все заняты. Но если позовут, то помогу, конечно, обязательно. А так, своих делов тоже много. Нас же все-таки несколько домов надо все обихаживать. Где крыша течет, где забор сломался, где что происходит. Работы много. Ну все. Давай.
Да воскреснет Бог, и да рассеются враги его. Пусть бегут от лица его, ненавидящие его. Как исчезает дым, так пусть они исчезнут. Как тает воск от огня, так пусть погибнут и бесы от лица любящих Бога и знамящих крестным знаменем, с радостью говорящих. Радуйся, многочтимый жертвящий крест Господень, прогонящего бесов силу на распятого Тебе, Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и попрошившего силы дьявола, и даровавшего многочтимый крест для прогнания всякого врага. О, многочтимый жертвящий крест Господень, помогай нас со святой Госпожой и Деву Богородицею, со всеми святыми, во веки. Аминь. Аллилуйя.